Всем привет, с вами Гизма. Сегодня мы поговорим про таланты в игре Гнездо Дракона на РБК Games. Таланты расположены на нижней панели. Вот, активируем их. Здесь идут таланты. Можно выбрать либо развитие экономики, либо баланс, либо мощь. Ну, как показывает практика, у вас изначально вы сможете прокачивать практически все до 3 уровня. Двигать можно, просто зажать в левую кнопку мыши и передвигаем влево-вправо. Вот. Таким вот образом. Сейчас у меня книг, правда, нету. Вы их получаете. Основной доход это при повышении уровня лорда. Остальное можно купить либо в магазине, либо выполняя какие-либо достижения. В мощи здесь идет развитие именно ваших воинов, отрядов точнее. Допустим, атака, основная атака, которая на весь отряд действует, и определенных воинов, там рыцарей, магов, катапульт, либо стрелков. То же самое ОЗ, защита. Также есть, открывается постепенно, допустим, быстрый возврат. Это когда ваши отряды будут возвращаться там, с войны, либо с шахты немного быстрее. Вот если запустить, а у меня никого нету. Если запустить, он немного активируется, и ваш отряд немного быстрее будет возвращаться. Можно воспользоваться один раз, потом через 24 часа можно будет повторно его использовать. Здесь уже опять идет атаки, ОЗ, защита более высоких уровней, ну и боеготовность, если лимит походов увеличивается. Ну, уровень здесь уже более высокий необходим, у меня его на данный момент нету. Что касается экономики, здесь также есть активные таланты, допустим, вот изобилие, получение ресурсов в размере внутреннего производства за 3 часа. Таким вот образом мы получаем. Прибавляются, видим, ресурсы. Вот. Здесь также общее производство и производство каждого по отдельности ресурсов увеличивается. Также есть бонус к добыче. Добыча на 3 часа увеличивается на 50%. Также ее можно активировать. Таким вот образом. Вот время отката 24, как только оно выйдет, я смогу воспользоваться это еще раз. И последнее, это баланс. Баланс самое веселое. Здесь есть такое, как ускорение постройки, ускорение исследования, вместимость госпиталя, количество тренировок. В общем, здесь есть все, чтобы ускорить ваше развитие вашего, скажем так, города. Также есть здесь получение силы. Можно получить 20 силы, вот, и слить их на смелые войны. То же самое видим, 24 часа восстановления. Далее вот, где-то тут будет еще какая-то активная, но они все закрыты, я вам сказать точно не могу. Как только откроется, вы сами уже дальше увидите. Основное я вам рассказал. На этом у меня все. С вами был Гизма. Видео подготовлено специально для канала РБК Games в YouTube. Также заходите в группу контакта РБК Games, участвуйте в конкурсах, выигрывайте РБК монеты и используйте бесплатный сброс очень грамотно. Всем спасибо. До свидания.